Да. Что такое? Сердечко. Ни разу не сердечко. Вот так делается сердечко. Наоборот. Нет, это тоже сердечко. Вот так правильно, понял? Всем привет, ребята, меня зовут Ники Макалин, а это мой брат Антон, айдол корейский, и это моя сестра Вика. Всем привет. Видеоблогер, у нее есть свой канал, так что если вы не подписаны, ссылочка на ее канал будет внизу в описании, можете подписаться. А также советую вам посмотреть наше видео совместное предыдущее, ссылку на которое вы тоже найдете внизу в описании. Там мы превращали из нашего брата корейского айдола, и сможете посмотреть весь этот процесс. И сегодня у нас с вами рубрика «Фикс Прайс – это трэш», и это будет достаточно необычный выпуск, потому что здесь, по вашим просьбам, мы будем пробовать разную еду из магазина Fix Price и будем говорить вам, что вкусно, что невкусно. Так что, если вам нравятся такие видео и вообще вам нравится, в принципе, эта рубрика, то ставьте лайк. И давайте попробуем набрать под этим видео где-то 12, 13, 15 тысяч пальчиков вверх. И тогда новое видео выйдет еще намного быстрее. Обязательно подписывайтесь также и на мой канал, потому что тогда вы не пропустите мои новые видео. Да. Логика. И нажимайте на колокольчик, чтобы больше не потерять мои видео. А теперь погнали! Итак, первым делом, значит, мы будем открывать друг другу напитки. Точнее, каждый сам себе откроет напитки. Это был тархун, и он был очень дешевый. Я постаралась выбрать те продукты, которые я не видела в других сетевых магазинах. Этот напиток стоил 11 рублей всего лишь. Достаточно дешево. Ох! Всего 11 рублей? Запах детский. Да. Уже пробуем? Да, пробуйте. Запах. А я не могу открыть. Синий. Да, запашок детский. Я специально взяла, потому что Вика достаточно давно не пробовала вообще, в принципе, русскую еду не ела и наши напитки. Ну, многие знают просто, что Вика недавно прилетела из Кореи. Да. А Антон у нас просто такой привереда, скажем так, и мне интересно было посмотреть, как он вообще будет пробовать. Ну и что вы скажете? Тархун как тархун. Мне не очень понравилось, потому что какой-то вкус. Мне понравилось. Трава? Ну, по-моему, тархун это и есть травяной напиток, не знаю. Я просто не помню, как вообще. Очень такой прикольный газированный напиток, еще и сделан по ГОСТу, и по своей цене мне просто шикарно. 11 рублей, серьезно? Нет, 11 рублей классно. Да. А еще другие вкусы будут? Давайте чокнемся. Тархун один вкус. Та-да-та-да-та. На сегодняшний день. Да. На сегодняшний день. Потому что мы так собираемся не очень часто. И это печально. Так, ну оставляйте напитки, потому что будете запивать, вдруг вам что-то попадется здесь не то. Я уже половину. Также у нас здесь есть чипсы, потому что мы с Антоном очень любим чипсы, а Вика любит просто снеки, да? Да. Вот, и мы будем пробовать. Здесь есть сырный, короче, чипсы. И еще есть реально сыр плавленый, копченый. Вот это мне было интересно посмотреть, что это такое. Вы пока ешьте, а я скажу, сколько стоили чипсы. Мой сыр копченый стоил 50 рублей, а у тебя как называется? У меня московский картофель сыр. Это у тебя 12 рублей стоит. И, по-моему, другой тоже около 20 рублей стоит. Здесь просто несколько я брала, которые мы уже слопали. И не могу понять. В общем, все это стоит не больше 20 рублей. Посмотрим. Очень сырный вкус. Mm-hmm. А здесь прям просто картофель с солью и с перцем. Чувствуется только перец. Ну, в принципе, вкусно. Слушайте, вот эти чипсы, вот, которые есть, они прикольны тем, то, что здесь не слишком много соли. И реально просто картофельные чипсы с черным перцем. Они не стали заморачиваться, идеально просто под фильм. Да, пробуй. Это прям реально сырный. Да. То, что вот лейс с сыром, это вообще отстой. Вот это прям реально сырный. Он и сыр знает все. Да, но просто мне показалось, что здесь немножко такой химозный сыр. Нет? Тебе нравится? Химозный, да. Но без этого никак. Ну это же чипсы. Это уже априори. Теперь давай вот эти. Да, все дешевле 20 рублей. Это круто. Не думайте, что я пожалела для них. Не было вообще, в принципе, дороже чипсов. Это пахнет сулугуни, причем каким-то гориллом. Ну да, копченый же. Копченый сыр это похож на косичку. На косичку пахнет. И стоил, кстати говоря, он, я же говорю, 50 рублей всего лишь. Вкусно, но чуть соленовато. Так, ну что? Прикольно. Вкусно? Мне тоже понравился, просто немножко соленый. И если с газировкой, то это просто какая-то бомба, да? Да. У нас здесь есть еще такие, скажем так, не снеки. Я здесь специально подготовила нам немножко хлеба. Нет, закрывай. Ну что, какой вердикт? Вам все понравилось до последнего времени? Все понравилось, все вкусно. Особенно сыр вообще. Ну, то есть реально в фикс прайсе можно найти годные продукты, правильно, которые можно есть. Сейчас мы не будем вдаваться в составы, не составы, потому что, как Антон сказал, чипсы по-любому это вредная еда. Газировки, естественно. И хотим сейчас попробовать вот такие две икры. Это черная икра, это красная икра и, естественно, это имитация. Но так или иначе, мы хотим попробовать, может быть, она настолько похожа на настоящую, что за 25 рублей было бы грех
всех жалуются. Это 25 рублей, это 25 рублей. Вот. И также у нас здесь еще есть овощи атлантические, точнее, овощи и атлантический лосось по-азиатски. Посмотрите, как прикольно. Я решила сразу купить эту баночку. И также здесь еще есть паштет с мясом индейки. Я помню, когда-то в детстве мы ели, да, паштеты? Да, точно. И еще, кстати говоря, я купила вот такой терияки соевый соус. Здесь написано чайон янджо. Естественное брожение. Вот такой вот соевый соус. Ну, я просто, да, ну, типа корейский. Типа. Просто мне было интересно посмотреть, реально ли он вкусный. И как его еще попробовать? Мы же сейчас не будем готовить, поэтому мы просто его на язычок пригубим. И соус, да, острый, вот он такой, соус чили. Просто Антон у нас очень любит кетчупы и любит острые кетчупы, поэтому я тоже, опять же таки, да, купила. Да, такой я еще не пробовала. Ну вот если тебе понравится, заберешь собрать. Так что пошли открывать банки. Ко мне пришли гости на канал, а я их решила покормить едой из фикс-прайса. А что еще делать? Давайте все на вас еще что ли. Ну ладно, мы гости, мы тебе родные. Здесь, смотрите, у нас, значит, две икры мы открыли. Ну, по виду черная икра, она, естественно, мельче, чем красная. И немножко имеет плохую форму. Нет, запаха, мне кажется, ни у одной, ни у другой. Понюхай, скажи. Пахнет икрой. Икрой? Реально? Да, почему тогда я не чувствую? Чуть-чуть пахнет. Чуть-чуть, еле уловимо. Красная вот прям пахнет. Красная, да? Это не пахнет ничем. Вы будете делать себе бутики, нет? Нет, я так хочу. Красную икру нужно так. А Вика с черной решила? Нет, давай, давай начинай сразу с красной. Да. Это вообще не икра, это какая-то... Имитация. Арбизики. Имитация. Да, точно, арбизики. Реально? Есть такое чувство? Да. Мелкие-мелкие арбизы. Они вот так скользко по зубам скользят. Есть, конечно, запах икры. Соленые шарики и все. Да. А это такая же. Соленые шарики арбиз. Круто. Теперь мы знаем, как они на вкус. Ну, черная икра. Это вкус другой. Ну, мне так отлично. Просто вкус соли и все, больше ничего не чувствуется. Ну и рыбный запах немножко есть. Нет, вообще. Нет, запах есть, а на вкус вообще здесь нет. Больше масла. Да, есть такое чувство. Ну, я вам хочу сказать, что от имитации икры за 25 рублей в принципе ничего ожидать не нужно. Это, как и говорится, что и требовалось доказать. Но, так или иначе, значит, мы не будем в фикс-прайсе покупать имитацию икры, а будем покупать... Икру настоящую. Да. Нормальную. Да. Там, это обычная нормальная икра? Нет, чипсы будем покупать. Так, следующее. А Вика прям наяривает икру, да. Мы не будем ее покупать. Вот я просто подумала, если с хлебом, может быть, вкус другой будет. А, и как? И следующее, это лосось атлантический по-азиатски и овощи. Давайте, берите. Какие интересные здесь овощи? Фасолька есть, однозначно. Очень сладкий, да? Угу. Я даже не хочу дальше есть. Почему? Слишком сладко, не понятно. Лосось я, конечно, не попробовала, как бы не почувствовала. Фасоль там есть. Фасолька прикольная. Знаете, если... сделать мясо, потом пюрешку и это использовать в качестве заправки, то очень даже неплохо. Не, ну смотри, здесь есть масло, то есть как бы нажористо, смотря вообще сколько оно стоит. Нажористо. Вы знали такое слово? Это стоит 77 рублей, что ли, просто у меня здесь скидки как бы были. Если объективно судить, то достаточно неплохо. Просто, скажем так, консерва средней паршивости. Но мне понравилось. А, вот, давай-ка попробуем, может быть, здесь. Вот, кусочек лосося я нашла. Конечно, он не похож на лосось. Будешь? На мясо больше похоже. Угу. На фарш лосось похож. Там соус. Не, это не лосось. А что это? Мне показалось, что это на, похоже на сыр тофу, да? На соевое мясо больше похоже. Скорее всего, соевое мясо, как точно. Вкус килик. Надо посмотреть. Кильки, точно, кильки в томате. Но состав там более-менее нормальный, кстати говоря. Рыбный атлантический лосось написано. Да, это значит на любителя. Давайте теперь попробуем старый добрый паштет с мясом индейки. И он очень гладенький. АСМР. Антистресс. Сейчас я вам скажу, сколько стоит. Мясо прям чувствуется, такой нежный паштетик. Ну, он стоит, по-моему, 25 рублей. За свою цену это вообще бомба. Бомба. Ну, ты бы покупал бы, да, себе вот такой паштет? Тем более за 25 рублей. Не, он очень вкусный, нежный, реально нежный паштет. И последнее, что мы хотим попробовать, это, конечно же, соусы. Давайте начнем с острого и на хлеб его тогда. А то иначе просто, что соус-то? Ну, соус не острый. Кстати, соевый соус терияки стоил 25 рублей, а соус чили стоил 50 рублей. Не соленый, не острый, он слегка такой острый, но вообще безвкусный. Не, ну может быть это для тебя он не острый, ты-то все-таки ешь черный рамен вообще ни в одном глазу. Соли вообще нет. Ну хорошо, с макаронами зайдет? Еще нужен дополнительный соус, это просто так, декоративный. Декоративный соус. Давайте будем объективны, мне кажется, что соус на любителя. Просто томатный соус, скажем так. И теперь давайте попробуем вот этот терияки. По-моему,
Слушай, он очень похож на соевый соус, который вот именно в Корее мы покупали, да? И за 25 рублей вот прям такой насыщенный. Просто есть соевые соусы, у которых вкуса практически нет. Ребята, бежим в фикс прайс, да, за соевым соусом терияки. За 25 рублей, мне кажется, это вообще шикарно. Потому что у него вкус... Вкус у него реально такой, знаете, насыщенный. И в качестве заправки, и просто креветочки туда макнуть, очень будет вкусно. Вика с Антоном точат вот этот плавленый сыр копченый. Уже можно понять, что им зашло, а что не очень. Так что я надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы поставили ему пальчик вверх, подписывайтесь на Викин канал. Там она снимает очень классные влоги. Подписывайтесь на ее инстаграм, на мой инстаграм. И смотрите предыдущие видео с Антоном. Всем удачи, всем пока-пока! А давайте вот так вот и сделаем вот эти. Давай, Антон. Просто вот так вот. Ну да. Или вот так. Ну давай делай, Антон, сердечко. Чтобы я как бы отличался. Ты рулишь?